рецепт приготовления ароматных запеченных французских тостов с корицей. Этот восхитительный завтрак станет отличным утренним блюдом, вы можете добавить в него чернику или кусочки яблок. Досмотришь Ингида, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Смазать противень сливочным маслом, разломать хлеб на куски, или нарезать кубиками, и равномерно распределить в форме для выпекания. 2. Смешать яйца, молоко, сливки, сахар и ваниль, равномерно вылить смесь на хлеб, плотно закрыть крышкой и хранить в холодильнике несколько часов или ночь. 3. В отдельной миске смешать муку, коричневый сахар, корицу и соль, добавить мускатный орех, при необходимости, добавить нарезанное на кусочки охлажденное сливочное масло и перемешать, пока смесь не будет напоминать крошки, хранить смесь в холодильнике. 4. Перед приготовлением разогреть духовку до 175 градусов, хлеб с молочной смесью равномерно посыпать крошками из мучной смеси, если вы используете фрукты или ягоды, выложить их сверху крошек. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Выпекать французские тосты в течение 45 минут, 1 часа до готовности. Нарезать тосты на ломтики, выложить сверху кусочек сливочного масла или сбрызнуть кленовым сиропом и сразу подавать. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты. Французский хлеб, 1 штука, яиц, 8 штук, цельного молока, 2 стакана, ванили, 2 столовые ложки, муки, 1/2 стакана, корицы, 1 чайная ложка, соли, 1/4 чайных ложки, палочка холодного сливочного масла, 1 штука, количество порций, 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Буду скучать без вас.